В Муроме прошел областной день выпускника. Мероприятие организовано для привлечения будущих молодых педагогов на работу в школы родного города. Решали вопрос о трудоустройстве выпускников еще на этапе их обучения. В 6-ю гимназию за подробностями направилась наша съемочная группа. Александре Шумовой 20 лет, девушка из города Александрова. Учится во Владимирском педагогическом университете на 3-м курсе и уже год преподает химию ученикам старших классов в средней школе. Сегодня молодой учитель провела в Муроме мастер-класс по своему любимому предмету. У меня 8, 9, 10, 11 класс. Учителей химии не хватало и предложили вакансию. На самом деле это очень сложно выступать перед детьми, потому что дети сейчас очень умные, очень талантливые, и им нравится на самом деле химия, особенно вот 8 классу. Я их только взяла, у нас постоянный опыт, и вот у них есть какой-то интерес. Естественно, я когда-то ошибаюсь, они меня и бывает и поправляют, я учусь у них новому, они учатся, естественно, у меня все-таки побольше знаний. Вот, ну, вообще профессия учителя – это самая прекрасная профессия. Больше всего не хватает преподавателей во Владимире на 2-м месте после областного центра город Ковров. Дальше Александров. Очевидно, что в молодых педагогических кадрах нуждается весь 33-й регион. Перспективная потребность порядка 1400 педагогов в Владимирской области. И ежегодный выпуск педагогических работников 1150 по нашим колледжам и вузам. Понятно, что не хватает учителей. На дне выпускника будущие работодатели, руководители и завучи муромских школ презентовали образовательные учреждения нашего города как достойные рабочие места для молодых специалистов. На данном мероприятии присутствуют выпускники педагогических специальностей Владимирского государственного педагогического института, нашего Муромского института и Муромского педагогического колледжа. Как раз тех специальностей, которые будут самые востребованы, например, в следующем 2019 году. Таким как химия, математика, история, начальное профессиональное образование, а также физическая культура. Получить образование и вернуться работать в родной город. Среди 60 студентов педагогических вузов и колледжей, принявших участие в разноплановой встрече, подавляющее большинство было из Мурома. Здесь в основном бывшие ученики школ города Мурома. И очень приятно вас всех видеть. И я надеюсь, что вы не просто выбрали свою специальность быть педагогом, но и все-таки выберете работу и жизнь в нашем городе. Уважаемые выпускники, мы всегда рады вас видеть. И я думаю, что мы с вами встретимся уже в другом формате, в другой ипостаси, и будем общаться с вами как с коллегами. Мое призвание – педагогика. Во время встречи одаренные студенты, которые видят свое будущее в обучении детей, провели еще 4 мастер-класса по информатике, английскому языку, робототехнике и физической культуре. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.